И всем привет, друзья, с вами снова я, мистер X7. Да, друзья, это снова я. И новое видео, нарезка со стрима, как я прошел сегодня Хардемон. За сколько вы так не скажу. За сколько времени тоже не скажу. Когда? Уже сказал, ну да, пофиг, на стриме. В общем, всем приятного просмотра, надеюсь, вам понравился ролик, ставьте лайки. Кто кушает, приятного аппетита. Давайте смотреть. Потрати сейчас полчаса своей жизни. Вот, да, Project G. Капец, 44 тысячи дизлайков. Чё? О, боже, что за тупой уровень. Мне уже больно. Спасибо за такие очень классные уровни. Средняя часть, и всё так легко будет, что ли? Капец, он реально лёгкий, всё, я хочу его пройти. Просто вот начало тут просто затаймингованное. И просто заучи там пару странных моментов и все. Десятка. Ну и все. Все, погнали, нормально подходить. Этот левел. Нет, ну я думаю, я даже сегодня смогу его пройти на стриме. Но это не точно. Что? Я умер на том месте, где я в практике ни разу не умер. Уровня. Погнали. Так, выложить. Демон. Че, телефон найду. А, 69! 60. Я тупой, 44. Ну опять на 69, я просто не долетаю, что за бред? Да опять 69! Это бред! Это бред полный! Что? Что за бред? Чё? На одном подоплинчике подпрыгал и попадал на блок, с которого я там прыгнул, и потом на желтых арбах. А сейчас я, когда попал на этот трамплин, меня перекинул вообще в шипы. Хотя мне раньше всегда в небо. Новый рекорд. Угадай, какой. Я увидел. Я пошел в практику. Новый рекорд. Было 69. Новый рекорд 70. Как же это круто. Не долетаю. Вот я вот так вот облокотился, и я просто улетел туда. Ничего не забыл? Ну почему вот я опять не долетаю? Я не знаю. Ну опять 69, пятый раз. Пятый, понимаешь, пятый раз 69. Все, я не знаю, типа. Сейчас такой тильт, окей. У меня просто такой тильт. Не знаю, типа, закончил все, теперь я буду в самом начале умирать. Буду умирать, проходя 5 раз подряд начало вот это вот стаймингованное. Зато умирать на моментах, где я ни разу не умирал в практике, это тоже очень важно. Также, ну нет, умирал, может быть, но в нормале ни разу там не умирал. Потом 5 раз умереть на 69 из-за, я не знаю, либо баг, либо чего. И потом умирать в самом начале кучу раз. Потом, вот сейчас вот я наконец прошел тупое начало. Сейчас, наверное, опять умру где-то на месте, где я ни разу не умирал в нормале. А потом, может быть, там через попытки так 100, и то не точно. Побью рекорд, и то не точно, что это будет 100. Ты тут? Вот. Я не... Я тут. Угу. Алло. Алло.
Ну что там? Я не могу больше играть. Я второй раз уже. Третий раз умер на дуалах 40%. Один раз умер на дуалах 30%. Ну это просто не смешно. Понимаешь, я в практике прошел его за 10 попыток, не умирая. В общем, умираю только вот на этих 69 и в самом начале. Все. И сейчас я просто реально так могу умирать, но это просто пункти. Смотри, Дима, что сейчас. Не могу пока, извини. Играю. 35%. Я пятый раз умер! Я с наушники просто сломаю. Смотришь? Угу. Стой, подожди, прогрузится. Да, все, на вас смотрю. Стой, подожди, прогрузится. Да, все, на вас смотрю. Не понял. Видишь? Да, вижу, вижу. Да, вижу. Чек, гоним. Я жду того момента. А, погоди. Нет, мне только Дискорд у тебя высвечивается. Мне только Дискорд у тебя высвечивается. А, ты дискордишь? Типа, у тебя только Дискорд. Че? Вот, ты нажимаешь на гимн 3D. Там. А, погоди, у меня ГД завода. Окей. Пока пару попыток сыграю. А, все загрузилось. А, я уже в попытке, прикольно. И прошел начало опять. А, ну и умираю. Все, давай. Сейчас дойду до того места, где... Да, у меня опять только Дискорд. Да, у меня опять Дискорд. Только Дискорд? Да. Не понял. Так ладно, опять я еще дойду быстро до того места. У меня только Дискорд. У меня опять как будто ты все видишь. Не знаю, у меня только Дискорд. Ну, допустим. Нет, у меня какой-то... Ты думаешь, я смогу уложиться этот уровень за 300 попыток? То есть я скажу, сколько у меня попыток после этой попытки? Нет, уже спокойно всегда. Сможешь. Не могу? Не смогу? Спокойно сможешь, говорю. Я сейчас скажу, сколько мне сейчас попыток. Так, мне дуал 40%. Так, все, на этом... О, у меня 45%, прикинь, наконец-то. Да. Погнали. Блин, я просто... Тихо. Мда, кто бы мог подумать, что я умру на таком изичном месте в самом конце. 86%. Но главное, что после этого я не сдался, собрался и через несколько попыток зашел этот левел. Го смотреть. Говорю. Все, сейчас в ГД зайду. Видишь? Сейчас, подожди. Да, сейчас, подожди, тогда доиграю попытку. Но я понял, как там проходить. Я понял, просто... Я слишком рано отпускаю, нажимаю, точнее. Опять дошел до 25. Ну, блин, 86%. Ну, я умер. Не слышно, я типа поздно осознал то, что надо будет нажать. Нажал слишком рано и нажал слишком поздно. И в итоге не нажал вообще на ур. Вот опять 45%. Не знаю. Пройдет еще миллиард попыток, когда я пройду его, наверное. Типа, я уже сам не уверен. Хотя я, не знаю, минут 10 назад прям был уверен, что я делал.
Тихо, 85. Я прошел, да! Да, я прошел! Ой. Наконец-то! Подошла. Боже. Я уложился в 300 попыток, у меня 287 попытки. Хардемон. Ну, это не хардемон, но я его все равно сделаю, ну, буду оценивать как хардемон, чтобы он остался, чтобы не был хардемон. Все, изи. Стоп, сколько у меня там попыток? Я уже забыл. 287, все нормально. Боже, столько мог пройти. Так, 287. Это чем меньше. Все, наконец-то. Пятый хардемон. Аллилуйя. Да, вот таким вот получился видос. Кому понравилось, как я прошел свой новый хардемон. Менее чем за 300 попыток, что меня очень, кстати, удивило. Спасибо большое моему другу, который сказал об этом демоне. Вот я прошел на стриме. За один стрим хардемон. Вау. В общем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и стримы. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, давай. И да, пока не забыл, наслаждайтесь этим черным фоном.